Вот, и что еще интересно, вот такой экземпляр. Сейчас я ее смочу, протру. И вот смотрите, там что-то написано. Девятка, вижу. И топил. Буковка Ять. Буковка Ять проглядывается, смотрите. Что это? Ребят, пишите мне в личку, в комментарии. Это, наверное, все-таки девятка или шестерка. Не знаю, надпись читаем и пишем. Что такое? Москва, да? Москва, вижу. Интересно, любопытно, от чего такая хреновина? Не пойми. Ладно, идем дальше. А наша диковина оказалась гильзой от шпилечного патрона. Патрон Лефаше. По гравировке я понял, что девятка – это патрон калибра 9 мм московской фирмы Торбок. Был распространен в середине 19 века. Такой патрон использовался в шпилечном револьвере системы Лефаше образца 1858 года. Револьвер назывался по имени французского конструктора Казимира Лефаше. В России револьвер испытывался в 1859 году и в 1860 принят на перевооружение нижних чинов жандармейского корпуса. Вот такая диковина оказалась у нас в руках. С такой вот историей.